Всем привет, с вами Иллюзиум, и сегодня мы играем с Аргонавтом в танке онлайн. Так, давай, все, ты сейчас за красных играешь или за синих? Да, за красных. Так, я зашел за синих, так будет веселее. Управление ты понял? Да. Ну, это хорошо, просто ты ведь только зашел в игру, поэтому... Так, у меня загружается. Блин, вот мне нравится то, что тут долгие загрузки на серверах. Это плохо. Ну, давай. Полчаса уже захожу. Ну же. Сколько у тебя там? Много раз убили уже? Уже 5 раз. Окей. 5 раз. Давай, загружайся. Вроде уже, по идее, должно... Пацан стоит на моей базе и ждет, пока я отъеду. А, вот, все, у меня началось. Блин, нужно звук потише сделать, а то у меня громко он идет. Это плохо. Ну как? А почему ты его не начнешь бить? Я пытаюсь. А он за тебя или против тебя, надеюсь? Против. А. Ты за кого? Я против тебя сейчас буду. А, ладно, давайте уберем звуки. Так, ты ведь красный получается у нас, да? Да. Я пацана за предел карты столкнул. Нормально. Хотя лучше было бы его убить. Тебе бы тогда за это опыт дали. Ай-яй-яй. Я перевернулся. Это плохо. Теперь мне придется ждать. А, я придумал. Я тогда перезайду в эту битву и буду за красных. Так будет интересней. Нажми тогда «Delete». А, сейчас. А у меня просто прикол в том, у меня клавиатура без делита. И это очень плохо. Так, перетащу разговор куда-то. Оуч. Ну уже давайте. Ладно, окей, мне уже лень. Давайте будем со синих играть. Битва начнется через 5, 4, 3, 2, 1, 2, 0. Все. Начали. Чего меня за синих перекинуло? А, теперь синие за красных, а красные за синих. Команды просто цветами как бы поменялись и все. Сейчас я тебе покажу свою мощь. Это не ты там едешь? Нет. Да-да-да, это ты, я по тебя, я тот белый танк рядом с тобой. Чёрт, давай, переворачивайся на колёса, ну же. Давай. Вот. Ты еще рядом с таким оранжевым танком сейчас находишься. Да. Который пытается меня достать. Но у него не получается, потому что я его взорвал и получил за него фраг. Так, тебя тоже взорвали? А, вот он ты! Это и ты! Ты чё, ты меня убиваешь? Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-я! Вау, я тебя успел убить, после этого меня задел свой же. Охренеть. А, нет, это ты! Ты последним выстрелом успел меня убить. Ну, неважно, я тебя тоже убил. О, Сима! Чувак на Титане. Какой смысл ездить на Титане на таких картах? Тут легкие корпуса нужны. Вот так. И стреляем по вам. Вот он ты, я в тебя попаду, я тебя убью, да. Зачем это? Ха-ха-ха-ха. А, вот это был мой хитрый план.
Какой-то чувак стоит с твинсом, просто не двигается. Халявный опыт, окей. А, ты, это ты про него говорил, то, что он не двигается. Он, похоже, просто от компа отошел. О, здравствуй, 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 у меня осталось мало жизни, здравствуй. Блин, вас двое, это плохо. Вы успели меня сильно убить. Сильно убить. Странная фраза, сильно убить. Давай налево. Десять алмазов взял. Это все. Это я тебя убил. Воу. Полегче. Летим. Сейчас мы полетим. Нет, мы не полетим, потому что сюда приехал какой-то чувак, которого нужно убить. Я его убил. Толкните меня кто-нибудь. Давай. О, отлично. Я за тебя. Нахрена ты в меня стреляешь? И у тебя корпус медленнее, чем мой. Уйди. О, воу. Полегче. Вас там двое. Уйди, я тебя успею убить. Вот так вот. О, там ящик упал. Я должен собрать ящик. Блин. Блин, это на самом деле уже нормально играешь, если учесть, что ты играешь в игру несколько минут. Да. Вот так вот. Стоп. Зачем ты делать такую странную яму? В которой ничего нет. О, сейчас я хочу эпично взлететь. Чувак, отойди. Я должен эпично взлететь. Стоп. Я успел затормозить. Да. Кто-то взял мои 10 кристаллов? Нет, по-моему, это не ты был. Нет, у меня нет делита. Нет. Тут есть настройки управления? Нет, тут нет настроек управления, охренеть. Давай, охренеть. Убейте меня кто-нибудь. То я лежу тут. А, вот он ты, я тебя вижу. Вот, спасибо. Спасибо кому-то за то, что он меня убил. Как бы это странно не звучало. Так, ты где? Чувак. Чё? Ну, ты чё молчишь? Не молчи. Говори, чё у тебя там происходит? Где ты вообще сейчас находишься? На вашей базе был. На нашей? А как ты понял, что это наша база? Ты не мог... О! 6 кристаллов приз. А тебе дали 3 кристалла. Молодец. Сколько у тебя убийств, поражений? 0,75. Это норм. Все, теперь я снова за синих, теперь ты за красных. О, кто-то за нас успел вступить. Вау. Круто. У нас пополнение. Воу. Здравствуй, чувак. Здравствуй. Я тебя успею убить. Я тебя правда успею убить. Точно. Блин, ну твинса такой... О, это ты. Ты так вылетел неожиданно. Я тебя успел убить, что ли? Это как? Стоп, это как? Это как ты меня убил? Тебя же там даже рядом не было. А, точно, танк же нагревается. Уже нагревается, и хп-шки начинает терять. О, здравствуй, я тебя вижу. Видел, пока тебя не взорвали. Нет, опять? Привет. Нет, меня сжигают. Как ты посмел? О, дает. О, здравствуй. Рядом с тобой сейчас какой-то ламер. Он тебя...
убил. Тебя надо фризануть. Вот, я тебя охладил твинсом. Ай! А, блин! Нет! Не убивай меня! Не убивай меня! Нет, блин. Я сейчас тебе за это... О! Смотри, как мне повезло. Я заспавнился рядом с 10 кристальным ящиком. Воу-воу. Я тебя убил. О, и его я убил. А тебя я столкнул вниз. А, нет, у тебя корпус слишком тяжелый. Ай! Что это было? Меня убивают! Меня кто-то убил. Стоп, это не ты. Где ты сейчас вообще на карте находишься? На твоей базе. На своей базе. Как ты понял, что это база? Как ты понял, что она твоя? Я приземлился и начал стрелять по какому-то танку. Нет, меня кто-то убил. Но в то же время его успел убить я. О, я, кажись, кого-то вижу. Это что происходит? Меня сталкивают с карты? Нет настроек управления. А что ты именно хочешь поменять? Тут можно поменять с обычного на альтернативное. А именно вот, чтобы целиком полностью менять все клавиши, этого тут вроде бы нету. Хотя это многим надо. И вроде бы собираются делать. Да. Ты фраг не получил, фраг. О, здравствуй. Нет, я хочу, чтобы не на стрелках управления, а на других клавишах. А ты можешь в ВСД использовать? Я знаю, но мне неудобно тогда пушку поворачивать. Ну, тогда не знаю. А, тебе на стрелках надо или не на стрелках? Нет, мне надо на ВСД вот это ездить, управление само. Ну да. На стрелках пушку поворачивать. Есть тут, кстати, другой вариант поворачивать пушку. Как? Знаешь, рядом, знаешь кнопку, короче, найди русскую Б. Ну, нашел. Русская Б это налево, русская, русская Ю это направо. Палочка справа от Ю. Я понял, все, спасибо. Это централизовать. Здравствуйте. Вот так. Сейчас нет, я тебя убил, а я сейчас умру. А мне дали 6 кристаллов. Сколько тебе дали? 2 кристалла? Погоди, я сейчас выйду из битвы, я хочу за тебя посражаться. Так будет веселее. Так, ты сейчас красный. Нет, синий. Ну охренеть, я зашел за красных. Давай, выбирай битвы. Так, то есть ты сейчас синий? Да. Так, ну тогда почему бы мне не зайти за синих и не исправить положение нас? Ну, да, вот он я. Сейчас я буду харнет на нитро. Так, ты где сейчас? Подожди меня. Ты меня не догонишь. У тебя самый первый корпус, а у меня харнет. У меня второй, я его купил. А, стоп, у тебя же вроде васп. Да. Вот так. Да, я тебя убью, только попробуй высунуться отсюда. А теперь смотри, насколько быстро я буду ездить. Смотри. Сюда. Ты так быстро... Чтоб ты перевернулся. Смотри, видишь, как я быстро еду, а ты так не можешь. Я так... Помог бы лучше. И вот я тебе помогаю. Стреляю по нему. Я его убил, а он тебя убил. Я его убил. Вообще-то это я его убил, посмотри в чат. Вот именно, я его убил.
Это ты его убил? Да. Ах ты ж, блин. Ой. Ой, я нашел новый способ объезд. Я нашел новый способ. Пока я отвлекался и пытался убрать маленькую штучку, которую мне оставили, меня кто-то убил. В честь этого я должен тебя найти. А, вот он ты, я сзади тебя. Едь за мной, едь за мной. Сейчас да я за тобой еду, я тебя столкну. Отойди. Я новый способ какой-то увидел. Да отойди. Вау! Убей меня! Нет, меня кто-то убивает. Убейте меня. Ну, убейте, пожалуйста. Не убивайте красного, он хороший, он хочет меня убить. Охренеть, мне дали фраг за то, что я лежал в не... просто... Где ты сейчас находишься? Еду. Убейте меня, пожалуйста. Идиот, я рядом с тобой, ты меня не убил. Это не захват, влага, придурок. Да. Эпик. Просто эпик. Убейте меня. Не убивай его, не убивай. Стой, пожалуйста, перестань, он должен меня убить. Сейчас он тебя убьет, а потом... Ну... Кто-нибудь... Я его не убивал. Я заметил, ты его начал сжечь, из-за этого у него корпус нагрелся. Это специально сделано в игре. Корпус нагревается, я хочу посмотреть... Чего тут двое валяетесь? Потому что у нас у обоих, похоже, нет элитов. А, ты, кстати, знаешь, как менять вид? Типа, чтобы сверху, снизу. Снизу, сверху, сверху, снизу. Это Кью... Я даю тебе танк, тебе едет танк. О, давай, спасибо. Куда? Где он? Тебе едут целых два, три танка. Давайте, убейте нас. Убейте нас, пожалуйста. Ура, его убили, меня убейте. Убейте меня. А, не, это ты их убиваешь? Да. Зачем? Они ж тебя убили. Они меня не убили, они другого убили. Ну, я убью. Плохо, убейте меня. Ты меня сжечь не можешь. Так, нет. Ты меня сжечь не можешь, тут нету огня по своим. Вот он. Вон едут три танка, я к тебе хочу поваляться. Ты, надеюсь, знаешь, как поваляться? Да. Берешь и просто вот так вот. Отлично. Привет. Привет. О! А. Я перевернулся. Я заметил. Зачем? Кстати, давайте я скажу, как можно менять вид, типа сверху, снизу. Я тебя вытолкаю. Ты меня переехал. Да блин, есть тупой танк. Который? Который впереди меня и не дает. Вот, 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 их там много. Там жесткая эпик-битва, в которой я хочу поучаствовать. Убей меня! Да вы издеваетесь! Я почти всю битву пролежал здесь. Охренеть. Ай, ну так, кстати, я тебе должен был сказать, как менять вид. Как? Короче, смотри, Q — это камера поднимается наверх, E — это камера поднимается, опускается, точнее, к танку. Воу, полегче. Как ты сказал поменять? Q — это поднять камеру наверх, E — это опустить камеру вниз. А, короче, меня сейчас убьют. Да я тебе нормально встану и начну вот нормально. Выбегу и всяких ламов. Погоди, мне в скайпе пишут. А пофиг, потом ответишь. СМС-ка пришла 30 минут назад, а я не заметил. Да потом, пофиг, потом прочитаешь. Как? О, ха-ха-ха. Воу-воу, товарищи. Будем использовать хитрый ход. Ставим паузу, чтобы враг не тратился.
Хе-хе-хе-хе-хе. О, 10 алмазов! Кри! Это не голд, конечно, но все-таки сойдет. О, давай. Ты перевернулся. Что? Ну, меня задолбали они. Ездят с рельсой. Рельса дно. На тишине, кстати, не знаешь, есть тайна или нет. А, я за... Это я тебя перевернул? Ты с карты вывалился? Нет, я не с карты. Просто перевернулся. Погоди меня. Давай, едь уже. Поехал. Это ты? Да. Ты что делаешь? По мне сзади стреляет, иди нафиг. Ай-яй-яй. Били. Воу, полегче. Полегче, пацан. Ставим на паузу. Да, блин, ты видишь, сколько их тут сейчас тут вывалилось? Угу. Охренеть. Так, я нажимаю кнопку, снова лекаюсь. Я зареспаунился. Сколько тут синих? Вот вы меня... Тебя снова убили? Да. Тебе снова. Ну, это не вопрос был. Это было утверждение. Я убил какого-то рельс... Тебя сзади. Я его убью. Вы одновременно? Ну все, наверное, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи. Всем пока.